Ульяновский государственный академический симфонический оркестр «Губернаторский» выступил под управлением заслуженного деятеля искусств Республики Татарстан Рашида Скуратова, уже хорошо знакомого ульяновскому слушателю. Дирижер неоднократно представлял в своих программах совершенно новые произведения композиторов разных национальных школ. Этот симфонический вечер также не обошелся без премьеры. Впервые в Ульяновске прозвучала яркая увертюра к опере «Зампа» или «Мраморная невеста». Опера была поставлена в 1831 году и до настоящего времени является одной из репертуарных оперных партитур во Франции и Германии. Ее автор – французский композитор Фердинанд Геральт. Далее программу продолжили вариации на тему рококо Петра Ильича Чайковского. Это произведение, по сути, является одночасным концертом для виолончели с оркестром. Вместе с оркестром выступил один из самых талантливых и востребованных виолончелистов своего поколения – лауреат 15-го международного конкурса имени Петра Ильича Чайковского Александр Рам. В игре музыканта сочетаются эмоциональная искренность, виртуозность, глубокое проникновение в замысел композитора. Конкретно эта пьеса, как и концерт Дворжика, например, эти два сочинения находятся в каждой клеточке виолончелиста, начиная с очень раннего возраста. Поэтому сказать, что я там начал разучивать с нуля, такого не было, просто не было такого момента. Вторая симфония Чайковского, одно из лучших произведений композитора, завершила вечер. Ирина Антонова, новости Ульяновской правды.